Легендарный парусный фрегат 18 века «Гермиона», воссозданный энтузиастами из Франции и из США, прибывает в пятницу 5 июня к берегам Америки. Трехмачтовый корабль – точная копия судна, на котором знаменитый французский военный и политический деятель маркиз де Лафайет в 1780 году отправился на другую сторону Атлантики, чтобы помочь американским колонистам в войне за независимость. Копия фрегата, названного в честь дочери троянского царя Менелая и прекрасной Елены, героев гомеровской Илиады, строилась с 1997 года и стоила 25 миллионов евро. Воссозданная Гермиона прибывает в Йорктаун, штат Вирджиния, где французы под командованием Лафайета сыграли важную роль в решающей битве против англичан. Затем фрегат отправится в двухмесячный тур по ключевым местам войны за независимость США – Аннаполис, Бостон, Филадельфия и Нью-Йорк. Маркиз де Лафайет, который убедил короля Людовика XVI отправить военную помощь американским колонистам и который активно боролся за гражданские права простых людей в своей стране, был казнен, как и большая часть французской знати, во время французской революции в 1789 году. А через 100 лет, в память о плавании Лафайета, французы подарили американцам статую свободы.